Здравствуйте. Зачем, многие спрашивают, зачем нужна кнопка в браузере? Как Turbo. Ну, для начала, значит, разберемся, как ее все-таки найти, как отыскать. У меня нет хрома, так что для остальных это видео будет бесполезным, но для тех, у кого стоит Opera, оно будет крайне полезным. Итак, нажимаем вот сюда вот на О. Заходим в настройки. Да, заходим в настройки. Вот сюда вот браузер. Кликаем, идем дальше мышкой. И вот тут вот кнопка Opera Turbo. Включаем ее. Что же нам это дает? Это нам дает то, что если связь плохая, то она позволяет нам быстрее загружать различные страницы. Ну вот, например, в частности, Яндекс. Вот, видите, как он быстро летит у меня. Раз и все. Но тут следует все-таки учитывать одно, но страница действительно загружается быстрее. То есть, если вам что-то нужно прокомментировать, оно для вас эта функция полезна. Но если вы все-таки хотите что-нибудь посмотреть, какое-нибудь видео, то эта функция для вас крайне бесполезна, потому что Opera Turbo как раз позволяет загружать различные интернет-страницы, но вот загружать видео, она разделяет как бы загрузку видео от загрузки странички. За счет этого, кстати говоря, она действует быстрее, и поэтому нет смысла, когда ты вроде бы быстро загрузил страницу, да, а потом ждешь, пока у тебя наконец-таки загрузится это самое видео. Лучше сразу подождать, чтобы потом таки посмотреть видео. Ну, спасибо за внимание. Вот такие вот интересные интернет-технологии и свойства. Пока.